Я очень рада представить Женю Абдуллаева, Евгения Абдуллаева, поэт, критик, философ, кто-то еще, прозаик. Нет, 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 это мало, это мало. Лауреат многочисленных премий, глава сейчас прочту. «Восток», журнала «Восток свыше», духовный, литературно-исторический журнал. Мы об этом поговорим еще в начале. Мне, что очень забавно, в Википедии написано, что ты узбекский поэт. Вот скажи, пожалуйста, это беда всех поэтов, живущих на постсоветском пространстве, пишущих по-русски, быть тбилисскими поэтами, узбекскими, ты там, знаешь, какими-то еще? Ты знаешь, беда поэта – это идентичность. Самоидентичность или идентичность? Идентичность. То есть пока ты, как только ты… Самая первая беда – это слово «поэт», да? Я не помню, кто это говорил. Уитман, кажется, говорил, что я не могу назвать себя поэтом, но сказать, что я поэт, это то же самое, что сказать, что я хороший Короче, человек. Это Фрост, это мое любимое слово, это да, Фрост, да, да, конечно. Вот видишь, спасибо, да, что да, напомнила. Да. С самого начала сразу так, раз, и сел в лужу. Да, ну, да, все нормально. И то есть проблема начинается со слова «поэт». А вот уже дальше это уже как бы вытекающие, то есть русский поэт, узбекский поэт, постсоветский поэт, это уже вторично, потому что, ну да, я как бы вопрос, считаю ли я себя узбекским поэтом, мне важно, точнее, мне не важно, да, как, что обо мне напишут, иногда во мне пишут там поэт, прозаик, окей. Или поэт, литературный критик, окей. Поэт, литературовед, это уже немножечко как-то меня начинает коробить, потому что это вообще какие-то разные для меня отрасли, да, литературоведение это одно, поэзия это другое. Поэтому я думаю, что, ну, узбекский, да, я живу в Узбекистане, я, ну, наверное, действительно узбекский поэт. Географически узбекский, да. Узбекский поэт. Ну да, потому что, скажем, по той же причине, по которой, я не знаю, там Набокова можно назвать американским писателем. Но он писал по-английски. Можно спорить бесконечно, как кого называть. Для меня важно не как меня называют, а читают меня или не читают. Вот. Читают? Что значит читают? Какова вот Бродский говорил, что тогда еще он говорил, что читатели всего лишь 1%. А сейчас, ну, я не знаю, при обилии достаточно профессионально пишущих людей, сколько профессиональных или непрофессиональных, условно говоря, читателей. Мне самому, ты знаешь, иногда становится интересно, не как поэту, не сколько меня читают, да, а вот вообще сколько людей сегодня читают современную поэзию. Я написал от покойной, к сожалению, Татьяне Тихоновой в русский журнал. И сказал: Татьяна, вот мне для статьи нужно, для исследований. Вот вы не можете мне сказать, вот список подборок, да, за прошлый год, за этот год, 2012 был еще. Причем поэты не самые первого ряда, да, не самые известные. Вы не можете мне сказать, сколько посещений? Так вот, меньше, чем 2000 посещений подборка поэтическая не имела. А у кого-то 12 тысяч. Причем 12 тысяч это там не было, еще раз говорю, не было ярких имен. Да? Да, вот, но 12, я считаю, что 12 тысяч посещений, да, хорошо. Я не верю, что сам автор себя 12 тысяч раз посещает. Это надо быть как-то себя любить в особо извращенной форме. Да? Я думаю, что. А мы еще. Ведь это еще выходит в бумажном виде, тут почитать, сколько это читает. Я думаю, что когда число читателей современный, подчеркиваю, современный, не эстрадный, да, не попсовый, поэзии, исчисляется в пределах 10 тысяч, это уже неплохо. Это, конечно, не стадион, который ходил, который собирался. А зачем? Что хотела у тебя спросить. У тебя есть, ты много писала, и об этом, надеюсь, тоже поговорим, о особенностях современной литературы. И о жизни такой. У тебя Ташкент, где ты живешь, это не город, скорее всего, состояние души такое. Да. Естественно, как и для меня Тбилиси. Хотя это не отнимает красоты или самого города, или там своих особенностей. Сейчас, подожди, оправдание города, да? Да, ну это эссе было, да, да, очень давно, лет 10 назад. Просто я хочу напомнить такое, чтобы потом спросить. Плавно перейти к Грузии, потому что тут тоже, по-моему, свои особенности какие-то странные, вот, если спросить. Ты пишешь, что в Ташкенте классики не рождались, а умирали.
Да, мне это очень нравится, что там ты перечисляешь, кто умирал, кто болел. Там Комиссаржевская, Ахматова, Ходосевич, Солженицын. Ну, Ходосевич, я уточню, что речь идет не о Владиславе Ходосевиче, да. а о его племяннице, да, Валентине Ходосевич. Да. И там очень хорошо ты говоришь, что на город была наложена странная литературная эпитемия. Знаешь, вот я задумалась, и тем не менее, оттуда выходят, если даже возьмем не только Ташкент, на сегодняшнюю точку того литературного пространства, возьмем всю, вот, там, ну, если скажем, да Среднюю Азию. Вышло... Да, из Ташкента, да, я понимаю, ну, просто вот там Ферганская школа, я это имею в виду. Есть еще, да, и Гронос, и Дина Рубина, и все, которые ходят в литературную элиту современную русскую. Я задумалась, а кто... входит в русскую элиту из Грузии. Дело в том, что здесь другие отношения. Здесь Тбилиси, наоборот, он вдохновлял. Здесь классики русские прилетали. Есенин, который там, ты пишешь, не вдохновил его Ташкент, вдохновлялся Тбилиси. Ну, начиная с Пушкина, начиная там... Причем, ну, я сейчас говорю, здесь Грибоедова, например, вот Арчеладзе пишет, а, действительно, совершенно справедливо, об имперских каких-то основах Грибоедова, того, что писал Грибоедов о Грузии. Но, в общем, это орел романтичности. Но из русскоязычных, ну, был в 20 веке какая-то очень средняя волна, дорогие душе поэты, которые малоизвестны. Ну, здесь ну, просто сильная... Да нет, конечно, это все понятно, потому что здесь всегда была сильна грузинская литература, современная грузинская литература. В случае с Ташкентом, то есть Ташкент был изначально основан как русский, он был туземный Ташкент, да, небольшой город, небольшой, в принципе, город. Когда был основан? Ну, основан он там был, возник он 2000 лет назад, да, но он никогда не был, не играл важной роли в Средней Азии, да, такой торговый город. А как центр он возник, он был фактически основан уже в 60-е годы 19 века, ну, когда русские войска вошли, тогда они и основали. И Ташкент строился, и Ташкент развивался как русский колониальный город. Поэтому, соответственно, отсюда и в нем не было своих собственных сильных литературных корней, да, в отличие от Тбилиси. Поэтому довольно хорошо коренилась русская литература с какого-то момента, не сразу. Конечно. Потому что еще начало 20 века мы видим группку таких, ну, обычных провинциальных графоманов, вот, из которых более-менее как-то выделялся друг Есенина Ширяевец, который большую часть, половину жизни прожил в Ташкенте. Но это все равно это такой... чуть было не сказал Есенин для бедных, учитывая, что сам Есенин. В общем, нет, я очень хорошо отношусь к Есенину. Ну, Ширяевец, конечно, это не был Есениным. И вот, но где-то уже с 60-е годы там появляются, 60-е, 70-е, появляются, во-первых, местные авторы, которые пишут на русском, узбекские авторы, пишущие на русском языке. 70-е годы. Тимур Пулатов, замечательный прозаик. Потом он отошел от прозы, потом он стал вообще нерукопожатным человеком с какого-то момента, в Москве даже. Вот. Но у него замечательная, у него очень интересная проза, на русском языке написанная. Да? Он мыслит по-русски, он пишет писал, да? Очень интересно. Я уже не говорю, а вот ты назвала Дину Рубину, да, это тоже 70-е, чуть позже это Гронос, это, ну, в общем, имена можно называть. Их, конечно, не так много, но они есть. Но они есть. Да. Потому что Ташкент был в действительности больше русским городом, в отличие от Тбилиси, которое... Я помню, я был здесь в 83-м году, еще школьник, меня поразило. Идешь, смотришь, русские на улице говорят по-грузински. Чтобы в Ташкенте представить себе русских, которые говорят по-узбекски на улице, это было для меня нечто совершенно необычное. Ну, здесь довольно много было людей разных национальностей. Местная культура была, местная литература была достаточно сильной, да, чтобы все это, в общем, как-то все равно, да, прорастать сама, да, чего в Ташкенте не было. Поэтому в Ташкенте возникла своя русская литература. Возникла, очень быстро отцвела и почти исчезла. Вот, а здесь... Ну, давай тогда действительно вот перейдем так
Насчет современной литературы, я помню, что, ну, ты 100% помнишь слова Бродского, очень высокий средний уровень. Ага, он так, это как бы, литература. Да, то есть он это даже не акцентировал, он это заметил интонационно нейтрально, совершенно в походе, как бы. Ну что, сегодня минимум, наверное, 5000 хороших, ну как хороших авторов, пишущих довольно, не знаю сколько, 5000, 5000, не знаю, ну условно говоря. Царя Давида за это наказали, что он решил сосчитать количество своего народа. Вот поэтов нельзя, я считаю, считать. Конечно, их можно каким-то образом там сказать, у нас столько-то. Я в действительности полагаю, что поэт – это... Ну, ты знаешь, как есть вот фабричное производство вещи, а есть штучные, да, хендмейд. Вот те поэты, которые хендмейд, они что, их мало. Но сказать, сколько их, мы не можем. Потому что поэт, возвращаясь к тому, с чему мы начали, почему такая проблема с этим словом? Хотим мы этого или нет, это посмертное звание. Как становится ясным, поэт, действительно поэт, или просто был стихотворец, или просто был человек, который писал в столбик, это лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Да? Но, тем не менее, при жизни Бродского было ясно, кто такой был. Это редкие бывают исключения, когда при жизни, и то далеко не всем. Сколько я читал прижизненных статей, особенно когда Бродский стал известным, да, пока он был еще такой темной лошадкой, в общем, как-то и в этих тусовках, да, полуандеграундных, было не принято ругать тех, кто пострадал, тем более от власти, да, его, в общем, как-то так было все спокойно. Когда он получил Нобелевскую премию, что эти статьи... Ну, тут же понятно. Да. Тут еще элементарная зависть. Ну, это все... Так вот, ну, так читаешь и думаешь, ну, вот людям непонятно, что Бродский – это действительно Бродский. Ну, это можно... Зависть можно... Все можно обосновать. Да, понимаешь? То же самое с Пушкиным. Там не только была зависть. Позднего Пушкина там... Белинский говорит, все, пушкинский этап русской литературы закончился. Это 30... Начало 30-х годов. Это еще Пушкин вот... Ну, в общем-то, из чего следует, что Пушкин, скорее всего, хотел быть застреленным. Ну, конечно, на каком-то не очень сознательном уровне. Понимаешь, я возвращаюсь к тому, что, что в действительности хорошей поэзии... Вот сейчас Олег Ликманов замечательную статью выпустил в «Новом литературном обозрении». «Поэзия 1913 года». Он прочитал все поэтические сборники, вышедшие в 1913 году. И там, ну, графоманские, не графоманские, ой, там такие чудесные перлы он приводит в своей статье, я не помню, конечно, на память, да, господи, это хорошие стихи, не всегда помнишь, еще эти запоминать, хотя они-то как раз обычно и запоминаются. И вот огромное количество действительно средних хороших стихов, столетия назад. То же самое сегодня, огромное количество средних хороших стихов. Сколько поэтов, я не знаю, я их не считал. А проблема-то, конечно, в другом. Проблема не в количестве, а в том, что инструмент для того, чтобы выявить, увидеть, отделить хендмейд от китайского фейка, очень трудно, он создается, этот инструмент, да? Для простого читателя, который особенно воспитан на программе средней школы, да, Пушкин, Лермонтов, еще несколько таких же имен, да, для него это сложно, особенно учитывая, что современная поэзия, она отходит от традиционного, от традиционной метрики. Ну, должна же куда-то двигаться. Естественно, она отходит от традиционной метрики, а вот, то есть, если советскую поэзию, да, вот советский канон, средний хороший советский читатель, любитель поэзии, он мог отделить плохое от хорошего, да, то в современной поэзии он недостаточно обуй, у него нету навыка это отделять, потому что потому что в школьной программе, как 99% силабатоника была, да, так, то есть вот с метром, с рифмой, так оно и осталось. Никто за эти 20 лет не попробовал вести хотя бы, ну, не надо там менять все на то, чтобы звучали теперь поэтов-верлибристов, да, ну, хотя бы одного-двух, хотя бы Мандельштама, ну, возьмите Мандельштама, не его наиболее такие хрестоматийные вещи, а нашедшему Подкову, да, который написан совершенно свободно вот таким
размер. По крайней мере, ну, это естественно. Человеку хочется не разнообразить ничего. Да, и преподавателям это сложно преподавать. Да. Они уже привыкли, так сказать, вот, знаете, как это про ту цирковую лошадку, да, которая там 20 лет по кругу бегала, потом, ну, она уже такая старенькая стала, ее вольер отправили, чтобы она... и она в вольере продолжала ходить вот так по кругу, да, по привычке. Вот, ну, это особенность школьного образования, да. Женя, а вообще, как определить, ну, то есть это вопрос даже, который я не знаю, есть ли на него ответ. Ну, всего, я к чему все это начала? Как определить ли степень или уровень нужности, значимости автора? Это дело вкуса, это дело знаний. Вкуса, чтобы сейчас, вот сейчас слово «вкус» стало каким-то очень неприличным, да, вот, ну, вкус. Много чего стало неприличным. У каждого свой вкус, вот у меня такой вкус, а у моего приятеля Васи другой вкус, и что теперь? Вот. Нет, это вкус. Это более тактильное ощущение. Да, это вкус. Вкус, который, понятно, человек редко рождается, который, естественно, вырабатывается, шлифуется, изменяется. Да? Сегодня я разговаривал в автобусе с поэтом. Поэт такой традиционный, я не буду называть, но такой считается традиционной закалкой. Он говорит: Евгений, у меня вдруг в последний год стали исчезать. Человек пожилой, стали исчезать. Я всю жизнь писал со знаками препинания, да, заглавные буквы. Я вдруг, это не потому, что я моде следую, у меня вдруг вот стало это происходить, да. То есть понятно, что у человека что-то происходит в голове, и да, конечно, это вкус. И вот в том-то и дело, что это, во-первых, это вкус и это школа. А школа – это беда, здесь самая большая проблема, что вот музыканта учат вначале в музыкальной школе, потом в музучилище или консерватории, в поэзии же нету таких. Да, тут не учат, тут просто надо читать, а школа отучает читать, школа внутренняя надо должна читать, быть, надо читать. Надо, что значит надо? Это не надо, это желательно повстречать человека, сверстника или старше, кто тебе поможет. Кто тебя сильнее, кто больше знает, чем ты, в какой-то момент нужно встретить этого человека, и он... Если его нет. Тогда очень много искалеченных вот таких... Ну, искалеченных условно, это я... не искалеченных судеб. Но тем не менее искалеченных и поэтических. Понимаешь, вот смотри, если говорить об эмиграции, Милош писал Бродскому, когда он уехал, чему я сейчас возвращаюсь, что если вы не сможете писать на русском языке, то есть ваша красная цена. Но сейчас несколько, мне кажется, другая проблема. Сейчас проблема другой миграции. Я родилась в Тбилиси, живу в Тбилиси. Ты родился в Узбекистане. Живу в Ташкенте, да, родился и живу. Да, многие родились уже в эмиграции. То есть они уже родились вне постоянной, обновляющейся русской, абсолютно вне каких-то речи. И тут уже, я вспоминаю Довлатова, который говорил, что литературная среда все-таки необходима. Конечно. Вот, ее нету. Ничего нету. Ну, и что значит, тогда? И значит, не будет литературы какое-то время. Ну, бывают такие периоды в истории русской литературы, когда литературы десятилетия. Я говорю именно тех, кто пишет, но живет не за пределами русского языка. А что происходило в литературе миграции? Они все так долго говорили, какие они все чудесные, что они сохраняют, сберегают сокровища бесценной русской литературы. Обычно, что они ее не сберегали, а они хранили сундуки, где ее жрала моль. Да? И в итоге это получилось, что в эмиграции. Что те поэты, что еще там, скажем, люди, которые сформировались в России, потом уехали, да, первая волна эмиграции, они что-то смогли сделать. А те люди, которые родились там, они уже не становились русскими авторами. Ну вот тут очень интересно, тут еще есть человеческие отношения. Я почему-то, мне очень задевает случай, то есть я не знаю, может быть, я чего-то не знаю, чего-нибудь скажу, когда Цветаева жила в Париже. То есть понятно, что ее не принимала, и Советский Союз не принимал, и эмиграция не принимала. И вот просто элементарно. Туда приехал Пастернак, и был какой-то огромный слет писателей, и никто ее не навестил. То есть вот почему-то для меня это очень такое, не то, что символично. Да, надо учитывать особенности характера Марины Ивановны, ее, так сказать, жизненного пути. Вот. Что бы ни было. Да, ну то тут было много, там было много моментов, почему это было так, да. Но, по крайней мере, это было еще время, когда писали люди. Цветаева сформировалась как поэт в России.
Она не сформировалась в эмиграции, она сформировалась в Москве, тем более. Москва – это вообще, так сказать, Москва начала века для литературы. Это такая потрясающая почва. Вот. А потом, если говорить о тех людях, которые в 20-е, в 30-е годы родились в эмиграции, где они? Где они в русской литературе? Что, у эмигрантов не было детей? Они все были бездетные? Конечно, они уже стали... Они реализовали себя в чем-то в другом. То же самое, я думаю, что будет и произойдет во всех бывших республиках с разной скоростью. Естественно. Где-то быстрее. Вот, где-то, например, в Украине или в Казахстане чуть-чуть медленнее. Да, но это все равно произойдет. Но самое страшное, если это произойдет в России. Потому что это и в России может произойти, потому что в России тоже бывали, так сказать, самой в России десятилетия, когда, ну вот, люди писали, да, что-то выходило, а вот... Ну, будет период, когда ничего не будет, потом взорвется чем-то новым. Женя, я хочу поговорить о твоем журнале. Ну, о твоем. Да, очень условно мой, потому что он был создан не мой, не мной. Я пришел в режиме скорой помощи, потому что журнал хотели закрывать просто. Вот. Он был создан ташкентским прозаиком и эссеистом Алексеем Устименко в 2003 году. Вот в этом году исполняется 10 лет журналу. Журнал... Ну, дело в том, что Алексей Петрович Устименко, он работал долго в нашей «Звезде Востока», когда «Звезда Востока» была интересным журналом. И когда он ушел на работу в епархию, ну, ему там стало как-то скучно без... Литературы? Да, без своих елок. Да? Помнишь, когда актера приглашают в Голливуд сниматься, в Советском Союзе? Да. Когда, говорит, ну вот в начале января там у нас... Он говорит, нет, у меня елки, да? Ну вот ему было скучно без елок, и он создал вот этот замечательный журнал. То есть вариант «Звезды Востока», но поскольку это в епархии, понятное дело, что... Ну, православный журнал. Вообще слово «православный» очень... У меня слово «православный журнал» как-то немножечко коробит, потому что беда в последнее время... Происходит такая инфляция эпитета «православный». Его начали употреблять ко всему, что движется и не движется. И, на мой взгляд, это не совсем правильно. Да, вот я редактирую материалы, мне пишут, значит, «прошла православная ярмарка». Понимаете, нет, я верю, я в церковь. Я не могу сказать, я верю, да, я хожу в церковь. Ты преподаешь духовные семинарии, ходишь. Но православная ярмарка, я убираю эпитет православный, потому что, ну, я сразу думаю так, хорошо, представляем мысленно, подставляем, католическая ярмарка, иудейская ярмарка, мусульманская ярмарка, это звучит? Это какой-то абсурд, да? А почему тогда мы ставим православная ярмарка, да? Давайте напишем просто «Ярмарка», у нее там было название. Вот. Поэтому православный журнал, мне тоже кажется, православный может быть священник, да, потому что он служит православном храме, да, православной святыне, православной иконы, это я понимаю. Конечно. Православный журнал, ну да, это журнал, который выходит в епархии, да. Он при епархии. Естественно, он выходит при епархии. Естественно, что мы там, я стараюсь держать, что он печатает... Ну, скажем так, я пытаюсь, чтобы там были материалы дискуссионные о современном состоянии церкви вообще. Удается? Ну, напечатать? Я пытаюсь. Да, печатать удается, потому что наш журнал нигде, кроме как в наших церковных лавках, не продается. Поэтому он не проходит утверждения, да. Он выходит небольшим тиражом, но он через какое-то время вывешивается в сети. Ты говоришь, я очень вспоминаю слова Бердяева, я не помню, про кого он сказал, Федор или кто-то, что его как православным назвать можно, но христианином вряд ли. Нет, это, я думаю, это... Это Бердяев, это я Померанцев, по-моему, даже прочла что-то такого типа. Ну, сейчас очень много, нет, сейчас вокруг церкви это понятно, очень много наболевших, это хорошо. Это хорошо, потому что как очень долгое время вроде как бы ничего не происходило. Угу. Да? Что-то так. Да. А сейчас, в общем, со всеми изменениями стало видно, что действительно в церкви происходит очень много чего. Вокруг церкви происходит очень много чего.
ну, есть, конечно, и очень много разного, да, потому что, ну, церковь состоит из людей. Конечно. Но... Она не состоит из ангелов. Конечно, но как у пророка Исаия сказано, Бог выбирает из остатка, потому что там тоже, ну, нельзя, наверное, так говорить, но вроде бы надежда, опять-таки, на малых, на малые, на каких-то малых... Надежда на милость Божью. Ну, а да, уж, да, а уж как это будет... Возвращаясь к журналу, да, это журнал называется «Восток свыше», вот, название такое странное, но это из, цитата, да, в общем, из, я, кажется, из Евангелия от Луки, я вот боюсь точно сказать. Здесь вот о современной церкви, здесь о истории, о церкви в Туркестанском крае, ну, в Средней Азии. Mm-hmm. Какие-то материалы у нас, очень интересно, когда приходят из других. Что-то мы узнаем о других церквях, потому что поразительно, насколько мало вообще интереса к и в российском православном сообществе, и в в среднеазиатском, к православию за рубежом. Ну, да? Здесь, наверное, то же самое. Ведь, по сути дела, нет, все говорят, вот там, православие для всех, для большинства, например, Россия, это РПЦ, да? Угу. Но есть, да, пусть, это, да, хорошо, РПЦ, но есть приходы РПЦ и за рубежом. Как в них происходит жизнь, да? Вот православие, я, например, это понятно, что это мне все связано с моей собственной биографией. Два с половиной года я жил в Японии и, соответственно, был прихожанином православного прихода японского, где вся служба идет на японском, да? Это и прихожане японцы. И прихожане 90% японцы. Маленький приход. Вот мы стараемся, была замечательная твоя статья как раз вот в этом журнале о фестивале в анимационном, да, который проходит под патронажем метрополии, да? Это вот это очень интересно. Очень интересно, как церковь в современном мире, вот последний журнал, я с собой, к сожалению, не взял, у нас была дискуссионная рубрика «Православие и массовая культура. Противостояние или взаимодействие?». В одной статье, значит, там рассказывается как бы обе точки зрения, да, потому что в церкви есть обе присутствия. С одной стороны, клеймится, с другой стороны, очень активно попытка как-то подтянуть, да, интернет, все-все. В том же журнале статья Вадима Муратханова о том, как в православном приходе в Подмосковье они, батюшки этого прихода, они устраивают фестиваль, приглашают рок-музыкантов. Ну, это прекрасно. Вот в действительности жизнь, она и церковная жизнь, и околоцерковная жизнь, потому что не все, конечно, в самих церковных стенах, около церковных стен, тоже много чего интересного происходит, о чем очень многие и сторонники, и критики православия просто не знают. В любом случае, то есть мы пытаемся сделать, я не очень люблю слово «интеллигенция», но, условно говоря, это православный журнал для интеллигенции и журнал православной интеллигенции, если так это попытаться сформулировать. Насколько это получается, конечно, сложно сказать. Кстати говоря, твой псевдоним, ты пишешь под псевдонимом Сухбат Афлатуни. Афлатуни. Афлатуни, извини. Да. Это я где-то прочитала, что диалоги с Платоном. Диалоги Платона. Ну, вообще, вначале был Афлатуни, вот, а потом уже Афлатуни – это платоновский Платонов, относящийся к Платону. Почему? Я его очень люблю. Я им занимаюсь. Я не самого Платона, но некоторых неоплатоников. Вот у Прескиана Лидийского недавно у меня перевод вышел с латыни. Вот, я им как-то продолжаю заниматься. Стихотворение такое, называется «Дельфины». В программе фестиваля было посещение дельфинария. Поэты расположились на скамьях, нагретых грузинским солнцем, и аплодировали. Поэтесса Эл из Одессы плакала. Ей было жаль дельфинов. Остальные просто аплодировали. Дельфины смотрели на поэтов и тоже плакали и аплодировали. Ветви падают на ветви, бьет по берегу волна. В школу убегают дети, в школе мел и тишина. Пальмы нагнетают ветер, шляпа низко над песком. Пролетает снова ветки, и старик за ней бегом. Над резиновыми лбами по воде бежит закат. Над дельфиновыми лбами и разумными глазами, и никто не виноват. Поэты раздеваются и залезают в море. Под ногами галька, над головой космос.
Люди редкой профессии, какой к черту профессии, тритоны, наяды, хулиганье. Вот плывет тонкий лирик, вон плывет автор двух поэтических сборников, тиражом 500 экземпляров каждый. Вон плывет поэтесса, пишущая верлибром, рубит руками воду стилем баттерфляй. Небо такое голубое, море такое мелкое, люди такие хорошие, вечерами пьют. Космос такой холодный, поэты такие теплые, гостиничным полотенцем растираются и молчат. Вот выходит на берег старый гражданский лирик, вода стекает с плавок и мохнатой спины. Вон выходит на берег синий от холода критик, расчесывает мокрую гриву, закапывает ноги в песок. И черное море привычное к голым русским поэтам, и не такое видало, но умолчит о том, плещет с грузинским акцентом, мелкий гонит волны, как мириады стаканчиков с местным чуть кислым венцом. Браво! Спасибо. Знаешь, не люблю аплодировать после этих просто браво. Ну, я думаю, что мы уже закругляемся, да, будем постепенно закругляться. Да. И очень приятно, что ты здесь был.